Для того, чтобы сделать сладкий букет, нам понадобится каркас. Его сделать очень легко. Берем пенопласт, диаметр приблизительно 25 сантиметров. Вырезаем. Можно обтянуть сверху какой-нибудь красивой бумагой и пищевой пленкой. Далее нам нужно сделать ножку букета. Для этого мы берем обычные шпажки, желательно они должны быть бамбуковые, втыкаем по всему диаметру и таким образом формируем ногу. Шпажек приблизительно вам понадобится штук 20. Единственное, сразу предупреждаю, не берите березовые. Однажды мне, когда не хватило шпажек, мне муж привез березовые шпажки. Я очень долго плакала. Я просто взяла в руки шпажку, вот эта вот гнется, а та сразу оп и ломается. Все. Для упаковки нашего букета складываем в одну сторону. И вот здесь вот внизу скрепляем все это степлером. Вот эту часть нам нужно сделать липким. Для этого мы берем скотч, переворачиваем его и липкой стороной прокручиваем несколько раз наружу. Теперь по очереди мы прикладываем наши упаковочные заготовки. Вот эту часть нужно крепить очень хорошо. Было однажды такое с фруктовым букетом, когда я вот так вот взяла его в руки. У меня упаковка осталась в руках, а букет на столе. Когда мы завязываем первый раз, мы делаем один раз оборот, второй раз оборот, двойной узел. 2 года я мучилась, все время звала кого-нибудь на помощь, чтобы мне подержали вот эту часть, чтобы я хорошо могла затянуть. А тут, когда я увидела этот узел, думаю, боже, как все просто. Если зефир купить темных каких-нибудь мужских брутальных оттенков, можно и мужчине, с мужчиной-то сладкоежки же тоже. В апреле у моего мужа день рождения, я уже даже знаю, какой это будет букет, я вам не расскажу. Но он, я думаю, что он удивится, потому что он не ожидает, что я ему подарю букет. Ну, потому что, не знаю, они это видят все время. Старший сын – это мой помощник. А однажды у меня был очень большой букет диаметром метр, у него был каркас. Я его не могла упаковать. Мне нужно, чтобы кто-то держал. Это на амурскую осень был букет с фотографиями по периметру. Я его и так, я не могу. Он, во-первых, был очень тяжелый. Я не знаю, там около 15 килограмм весил. Плюс вот этот огромный каркас. И он пришел ко мне, помог. Больше того, он потом сидел в багажнике и держал этот букет, когда мы его благополучно везли на доставку. Все. Смотрите, как красиво получилось.